Снял стрим, трансляцию, ветер так задувает. Может, просто музыку наложить. Даже капюшон пришлось опустить. Ну вот, туман идет. Туман. Мост появляется, ну полностью не появляется, конечно, мост на русский. То исчезает. А вот центр уже туманом затягивает, подзатягивает. Очень живописное местечко. Причем вот скала выходит, обнажение. Значит, конечные автобусы, на которые можно доехать, то есть оттуда подниматься. Ну, минут 12 примерно, не спешат. Вид на море, можно сказать, даже на океан, во все стороны причем. На все три стороны света море, на четвертую город и материк. Ветер крепчает, уже порывы крепчают и сила увеличивается ветра.